Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это программа «Арсенал истории», которую мы записываем в уютном кафе «Арсенал» торгового центра «Фабрика». Загляните обязательно сюда, если вам захотелось уюта. Здесь всегда свежий кофе и вежливое обслуживание. Ну, а сегодня наш гость – известная российская модель Татьяна Высоцкая. Ты предсказала, что если вы меня пригласите в следующем году, то конца света не будет. И это правда. Как ты сама пережила конец света? Конец света не состоялся, именно поэтому мы здесь. Я очень рада, что ты не забыл про свое слово, что мы снова встретились в той же уютной обстановке. Ну, на сей раз мы встретились фактически в период Восточного Нового года. Вот. По-моему, Восточный Новый год – это у нас год змеи, да? Да. Как ты относишься вообще к змеям и к тому, что говорят астрологи о змеях и вообще? К рептилиям я отношусь с уважением и предпочту держаться от них подальше. Мне грозит съемка с белым питоном, чего я безумно боюсь. Что за белый питон? Пока не могу открыть все карты. Обычно не говорю гоп раньше самого прыжка. Но думаю, это будет еще один шаг, еще одна работа над собой, потому что я боюсь его, но надо будет взять и себя в руки, и его в руки, и сделать красивый кадр. Но ты не суеверный человек, потому что, вот опять-таки, когда я позвонил тебе на съемку, был не очень, откроем всем секрет телезрителям, что наша команда периодически следит за астрологическими показателями в календаре, и вот в этот раз как раз был не очень хороший день для съемок. Я говорю Татьяне, давайте, может быть, мы это перенесем, на что ты ответила. Ну, что на самом деле? Ну, ты предлагала перенести на понедельник, понедельник у меня уже съемочка будет. Замечательно. А встретиться очень хотелось. 19-й год для тебя, а чем запомнился вообще? Это был очень насыщенный год, очень много было преодолено мной маленьких таких ступенек на пути к вершине некой. Не могу сказать, что добилась всего желаемого. Впереди еще долгий путь, серьезный путь. Но я понимаю, что я становлюсь все ближе и ближе к желаемому. Вот цели, которые ты ставишь, они, как правило, сбываются у тебя с какой скоростью? Я стараюсь ставить себе цели достаточно достижимые для начала. А как не замахиваюсь. Хорошо, как ты определяешь, эта цель достижима, эта цель нет достижима? Штанишками. Пору я их или нет, когда шагать буду? Интересно. То есть, например, если я хочу себе там приобрести машину, то, скорее всего, это будет не Санджук, а не там, я не знаю, там, а не Ягуар какой-нибудь белый. Пусть все будет последовательно, постепенно. В этом году, вернее, в 2012 году у тебя было много проектов, судя вот по тем новостям, которые я получал в сети. ВКонтакте. Очень много поездок, очень много переездов. Какая была самая запоминающаяся и, может быть, какая-то была самая, может быть, которая тебя не устроила? Ой, ну, на самом деле, мне жутко везет всегда. Я не могу сказать, что вот какая-то съемка у меня была жутко неудачная. Нет, даже когда меня гримируют и ставят в такие условия, которые мне вообще непонятны. Например, мы как-то 8 часов снимали вот с таким вот каменным выражением лица. Мне даже запрещали улыбаться. Но фотографии получились в итоге очень интересные. Они достаточно жесткие, такой определенный посыл идет. Это тоже тема, это тоже имеет место быть. Ну, почему бы нет? Поэтому в основном все равно, просто все работы разные. Мы побывали в Париже, замечательная была съемка в Марселе для канала Fashion TV. Точно не помню, но, в общем, видела несколько раз, натыкалась, очень приятно получилось. Для дизайнера Софи Строката вместе с фотопарой мы отсняли замечательную коллекцию вечерних платьев. А потом мы съездили в Италию, где сняли каталог для яхт «Азимут», который я до сих пор не видела, все надеюсь доехать и хотя бы полистать. Потому что просто фееричная была съемка, безумно, фотограф, просто отличная команда подобралась. А девочки, с которыми мы были в Италии, мы буквально через несколько дней встречаемся и представляем Cartier. Представлять Cartier в России для меня – это просто вот сумасшедший день был. Я волновалась, как ребенок. У меня была давнишняя мечта, я очень хотела не только представить Cartier, но и на себе нести их символ из рода кошачьих, леопард. И я
понимаю, что из 10 участниц, или нас было даже больше, именно мне достается вот этот вот зверек и на уши, и на шейке он у меня был. Это программа «Арсенал истории». Именно здесь мы записываем нашу передачу «Арсенал истории». И загляните обязательно в это кафе, если вам захотелось уюта. Ну, а нам захотелось побеседовать с нашей гостьей Татьяной Высоцкой. Таня, у меня следующий вопрос. Ты работаешь с замечательными фотографами. Это Виктор и Екатерина Скоробогатовы. Фотопара, так называемая. Можно видеть фотографии везде и всюду. Именно тебя они фотографируют. Они тебя как-то любят, что ли, больше. Какие у вас отношения вообще? Наше творчество плавно переросло в более тесные дружеские отношения. Они одни из моих самых любимых фотографов. Я подозреваю, что тоже числю себя у них в любимчиках. Потрясающие люди, которых я очень хорошо понимаю, и мне нужно командовать, что и как мне делать в кадре. Мы просто вот на каком-то невербальном уровне общаемся. Как идет процесс фотографирования, скажем, у них, когда... ты приходишь, и вот они говорят, ну давай, с чего мы начнем? С чашечки кофе там или как? Нет, они просто выпускают меня в кадр и все. Называй меня ласково сказочным мартышом. Если не получается что-то, они расстраиваются? У нас не бывает такого, что не получается, на самом деле. Я не могу вспомнить ни одной неудачной фотосессии, где мы бы не справились с задачей. Мы имели неосторожность поехать вместе... снимали домик на Кипре, отдыхали там. Получилось, что мы снимали каждый день. В 5 утра встали, поехали, и понеслось, и все, и до позднего вечера. Отдых не сложился. Понятно. А вот те фотографии, которые делает фотопара, они пользуются успехом, у них куча очень лайков. Это говорит о том, что люди, они все-таки одаренные и талантливые. А вот здесь момент. Когда мне сделали первую в моей жизни композитку, совсем недавно, это случилось через 5 лет, после того, как я пришла в модельный, фотографии выбирала лично наш директор нашего агентства Виктория. И почему-то на обратной стороне композитки, где всего 6 фотографий, 3 или 4 именно фотопары. Я не говорила, что вот именно эти фотографии нужно выбрать. Просто Виктория открыла мой бук и, посмотрев, выбрала вот так вот. С огромным перевесом только их фактически. То есть здесь ясно и понятно все. Да, да. Их признает даже Модус. А как ты допускаешь людей в свою жизнь? Вот я этого хочу, а этого не хочу. Но как это происходит? Однозначно на улице со мной познакомиться не получится. Это вот, как я тогда и рассказывала, капюшончик, вот. На всякий девушка можно, а извините, я спешу. Аккуратно, вежливо, но нет. А на съемках обычно несколько другая атмосфера, тем более, если это выездная съемка, это уже совершенно другой стиль отношений между людьми. Мы становимся как одна большая семья. С утра идем вот такие вот заспанные, не выспавшиеся после примерок, на съемке пьем кофе там за завтраком. Естественно, это сближает, даже непреднамеренно, все равно людей сближает. И в следующий раз, когда мы уже видимся на кастинге, это уже такое вот. А что ты ценишь в людях? Какие качества? Вот что нужно человеку приобрести, чтобы понравиться? Я очень ценю, когда человек, разговаривая со мной, не фильтрует свою речь. Когда он может сморозить глупость, сделать какой-нибудь бред и не думать о том, что я начну там над ним смеяться. Нет, мне нравится такая вот совершеннейшая свобода. Такое общение я получаю, например, с фотопарой. Как мы куролесим, это просто вот сморозить полнейшее. Люди, которые пишут ВКонтакте, были какие-нибудь интересные случаи, истории? Этих историй просто вот полным-полно. Я регулярно выкидываю скриншоты каких-то вот переписок на стену себе кидаю. Например, в течение 4 минут мне пришло 4 сообщения, и сразу я оказалась в черном списке у человека. «Привет!» Я в течение минуты не отвечаю, следующее сообщение «Ау!» Я опять не отвечаю, через минуту «Дура!» Я пытаюсь написать человеку, ну, там, извините, я занята была, все. Я уже не могу ничего отправить этой девушке. Вот она подумала, какая же ты еще и жестокая. Да, и как я зазвездилась, что не ответила. Часто путают с другими звездами. Постоянно, причем с какими-то непонятными мне звездами, насколько я знаю.
есть некая Татьяна Высоцкая, которая была в «Доме-2». Мне, по несчастью, досталось такое же имя, такая же фамилия. И мне теперь постоянно спрашивают, что я там и как себя вела, что я делала. С певицами часто? Да, я не знаю, с какими певицами, но я, оказывается, что-то пою еще. Ну, может быть, это и хорошо. Вот, Таня, я смотрю, что если идут такие сигналы, скажем, да, сигналы, что тебя путают с певицами, с актрисами, может быть, это все-таки вот путь туда еще выше? Я не знаю, меня убивает только единственное, вот что наше новое поколение, молодые дети, которые приходят в социальную сеть, просиживают там свое драгоценное время, проводят там всю свою жизнь, занимаются тем, что они пишут тонны сообщений, отправляя. Просто вот, когда я включаю звук, у меня пиликают постоянно. Сообщения идут, не имеют никакой смысловой нагрузки. В основном это вопрос: а ты кто? А ты что? А что ты делаешь? А как стать моделью? Я пытаюсь донести до них, что нужно быть более любознательными, нужно порыться, есть Google, есть моя страничка, которую я действительно оформляла с чувством, и там очень много информации. Достаточно посмотреть вместе работы «Кто я?», достаточно посмотреть в моих альбомах и видеороликах, чем я занимаюсь. Вот он ответ, он вот так вот, вот лежит, а человек вот... задает эти вопросы, совершенно не обращая на это внимания. У тебя много времени уходит на работу, да? Да. Но, тем не менее, я задам этот вопрос. Ты вообще что читаешь сейчас? И читаешь ли вообще? Я действительно очень много читаю. В последнее время... Как тебе это удается? В дороге. В дороге, на гриме, в промежутках каких-то, на кастингах, в ожидании. Стараюсь действительно не забрасывать это дело, потому что, во-первых, мне это нравится. А читаешь в электронном виде или живые книги? Живые книги. Я филолог, все равно до мозга костей. И вот это вот тактильное ощущение страничек, оно никогда в жизни вот не заменит мне. Ну как вот это как? Это не получится. Хорошо, самая последняя книга, которую ты прочитал или читаешь? Я не могу справиться с книгой «Ночь нежна». Я не знаю почему, может быть, я не дотягиваю. Я не знаю, что должно со мной случиться, чтобы все-таки я ее осилила. Раза три пыталась прочитать, не идет. Где-то вот дохожу до какого-то... Ну, может быть, еще нет твоя книга, потому что есть много авторов, скажем, вот книги известные, там, Пауло Коэльо, там, скажем, или Кастанеда, да? Вроде бы книжки интересные, но они почему-то не идут у некоторых людей. Они идут в какой-то определенный момент. Они в какой-то момент, может быть, ты еще не доросла. Я помню, что я в очень юном возрасте пыталась по совету собственного папы прочесть «Дюма». Не шло вообще абсолютно. Но я в очень зрелом возрасте, может быть, буквально там полгода-год тому назад, все-таки съела буквально все. Подчистую моментально. Вот эти вот талмуды я брала с собой на кастинг, несмотря на то, что они жутко неудобные и просто много весят. Зато вечером можно отбиваться, если кто-то пристанет. Я просто моментально все эти странички скушала. И Дима вызывал такие бешеные эмоции, что я реально и плакала, и смеялась в голос. Вот на самом деле. Просто до слез прошибали некоторые моменты. И остаться равнодушной к этому автору точно нельзя. Сегодня наш гость Татьяна Высоцкая, замечательная фотомодель, приятная девушка и собеседница. Таня, у меня следующий вопрос. Как твое отношение с мужчинами? Ведь ты модель, и вокруг тебя постоянно восторженные какие-то взгляды. Для меня, в принципе, эталон мужчины – это как раз брутальный такой мужчина, 1,93 роста, как у моего мужа. Мне кажется, что самое, наверное, главное, что я получаю от своего любимого человека, это возможность быть слабой, не думать о каких-то трудностях своих. То есть вот когда мы порознь, да, я сразу становлюсь такой сильной, я все могу, все вот сделаю сама. Когда рядом, он хочется просто вот так вот ни о чем не думать, все вот на его плечи положить и отдыхать. Когда я шел на интервью, моя знакомая девушка спросила меня, вернее, попросила тебя спросить, а что будет делать Таня, когда она не будет заниматься модельным бизнесом?
И когда, скажем, модель выходит на пенсию? Никогда. Модель моего профиля, которая снимается именно в видеорекламе, она востребована вплоть до... Кто у нас там снимается? Домики в деревне, бабушка вот эту. Да-да-да. Молочко разливает. Что мне мешает работать, собственно, до самого упора? Есть какие-то параллельные варианты развития, которые мне, в принципе, интуитивно понятны, потому что я модель на данный момент, но куда-то далеко шагать, прям совсем в другую степень, я пока не то, что не вижу смысла. Ну да, на данный момент не вижу смысла, но и не хочу. То есть модели, которые работают на телеэкране, их нельзя отнести к стюардессам, да. К, скажем, ну да, каких-то ограниченным временем профессии, да, где вот они выходят за какой-то возрастной ценз и все. 2012 год, вот мы все о нем говорим, многие, опять-таки, эзотерики пишут, что это переходный период, это та точка, вот сейчас, когда темные силы сдают свои позиции и вверх берут светлые силы. Отсюда идет такая энергия добра, любви, и поэтому многим людям сейчас не хочется, скажем, пить алкоголь, курить, там что-то, много спать. Ну да. Вот как ты относишься к этому? Есть среди твоих знакомых, которые вдруг ни с того ни с сего взяли и бросили пить? Ну, я не могу сказать, что я там вот бросила пить. Я перестала употреблять алкоголь вообще. То есть Новый год я встретила с рюмочкой лимонада, и все, на всех днях рождения, вечеринках каких-то я не употребляю больше алкоголь. Вот поставила себе, ну как-то это легко очень удалось. А как ты считаешь, с чем это связано? Может быть, это все-таки с этим периодом как раз и связано? Ну, для меня мне просто не нужно, наверное. Надобности не испытываю, и поэтому отказалась. Ну, как-то это очень резко произошло, поняла, что не нужно больше, и все. Работай в модельном бизнесе, ты постоянно общаешься со своими коллегами, да? Которые, может быть, менее успешны, и здесь возникает тема зависти. Вот как ты относишься к зависти подруг, коллег, скажем, и завидуешь ли ты сама? Ну, я думаю, что зависть может быть чувством созидателя. Например, если я испытываю нечто подобное, во-первых, я не пытаюсь назвать это завистью, это, наоборот, стремление какое-то мое личное сделать не только так же, но и лучше, не то чтобы вот обогнать кого-то, да еще и по голове вот наступить, настучать и перепрыгнуть и дальше. Нет, сделать как-то, взять какой-то тоже проект неплохой, тоже проявить себя. Меня это действительно очень стимулирует на дальнейшие какие-то победы. И, например, если я вижу, что человек работает каждый день там, вот, до 8 часов вечера, а потом еще идет в спортзал и качается там, для меня это огромный стимул. Думаю, господи, а я-то почему этого не делаю? Так, нужно брать себя в руки и идти даже после съемки вперед. Пусть там хотя бы беговая дорожка, но для успокоения собственной совести. А тем людям, которые все-таки вот к тебе как-то так относятся неадекватно в этом плане, что ты им закрываешь? Вот такой вот занавес, есть такое замечательное вот упражнение, такое вот струю воды. Пускаешь вокруг себя вот так вот по кругу, вот, и все. Вот он тебе говорит какую-то вот ересь откровенную, которая тебе не нравится, что вот у тебя все получается, а что мне делать? А у тебя вода ты так льется, льется. Ну это просто немного помогает. Откуда это тебе? То есть это вот вообще эта техника такая... Ее используют, йоги тоже используют, либо построить какую-то стену из кирпичей, либо что-то, либо ну, воду. С кирпичами сложнее, потому что за ней не видно, а сквозь воду я вижу, я улыбаюсь, а это вот отходит от меня весь этот негатив. Гораздо проще в социальные сети, в черный список и все. Чтобы попасть в мой черный список, я не знаю, как нужно меня довести. Я до последнего пытаюсь с человеком наладить контакт, объяснить, что я вот не такой вот чертик с рожками ужасный, что я адекватный человек. Ну, когда уже просто вот один негатив льется, ну тогда уж извините. Заблокировать. Да, да. Но я пыталась. Дорогие друзья, я очень рада снова побеседовать и с вами, и с тобой, Володя. Спасибо огромное, что пригласил меня снова в это замечательное кафе. Это уже становится некой традицией. И в новом году я хочу вам пожелать стать, ну, чуточку добрее. А в следующем еще чуточку. И пусть это будет как большой-большой снежный ком.
Удачи вам. Итак, сегодня мы беседовали с замечательной российской моделью Татьяной Высоцкой. Я думаю, вам понравилась эта встреча, понравилась эта беседа. Встретимся с вами, как обычно, на том же месте ровно через месяц. До встречи.